Стримстерта. Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 26 июля 2024 года, пятница. Ну, а я, ведущий этого канала, провожу стрим. Причем дал объявление заранее, поэтому надеюсь, что публика будет. Но пока нуль. Пока нуль. Наверное, народ еще в отпусках. Конечно. На природе. Не приехал домой. Хотя время уже. Значит, наше среднеевропейское время 19 часов 34 минуты. Киевское и московское уже 8:30. Или 20 часов 34 минуты. Так что должны уже и прийти. Ну, а публики нет пока. Вот один человек пока. Одновременный просмотр один. Наверное, это я сам себя и просматриваю. Да. Отметки нравятся один уже. Вот, ник Ива. Могут ли антидепрессанты понижать иммунитет, в частности? Да нет, ну глупости. Депрессия понижает. Заболевания снижают иммунитет. Хронический, длительный. А антидепрессанты, восстанавливая нормальную жизнедеятельность организма, вот, они нормализуют иммунную систему. Такого быть не может. Это исключено. Исключено. Естественно, если антидепрессанты давать здоровым людям, там вполне вероятно. Но если человек больной, страдает депрессией, и у него имеется дисбаланс в нейротрансмиттерах, и этот дисбаланс ликвидируется с помощью антидепрессантов или там антипсихотиков или других психоактивных субстанций, скажем так, медикаментозных, то иммунная система, наоборот, нормализуется. Так, критик большой, да, добрый вечер. Тимофей Валентинов, здравствуйте, расскажите. Симптомы СДВГ у взрослых. Вы знаете, симптомы СДВГ у взрослых, во-первых, они симулируют депрессию. Это первое. Но, для того, чтобы поставить диагноз СДВГ взрослых, кроме симптоматики, которая имеется у взрослых, она, кстати, отличается от симптоматики детского возраста. Вот. Значит, на первом месте это прокрастинация. Вот человек знает, что надо, а он не может себя сконцентрировать, он не может себя заставить, откладывает, ему предстоит важнейшее жизнеобеспечивающее какое-то задание. Нет, он его откладывает и занимается всякой ерундой. Понимаете? Значит, прокрастинация – это первое. Дальше. Неспособность долго сосредоточиться на задании. То есть, какое-то время немножко поработал, силы есть, внимание есть, буквально, а потом все. Поэтому у таких пациентов, взрослых, да, СДВГ взрослых, у них всегда проблемы с начальством, с работодателем. Почему? Потому что работодатель видит, что больной СДВГ, он не знает, что это больной СДВГ, он считает его лодырем или неквалифицированным, не справляется, все время проблемы, замечания, вы не успеваете, вы не соответствуете, вы не справляетесь и так далее и тому подобное. Но я опять вам вот что хочу сказать, что все это диагноз СДВГ взрослый поставить без знания о наличии СДВГ в детстве невозможно.
Поэтому основным критерием к дополнению к тому, о чем я сейчас вот вам рассказал, это, конечно, проблемы вот с нарушением внимания, концентрации внимания и гиперактивности в детстве. Вот когда, значит, есть какое-то подозрение, что взрослый человек страдает СДВГ, я обязательно тут же возвращаюсь в детство. И если я нахожу, а там клиника специфическая, ее спутать ни с чем нельзя. СДВГ детского возраста ни с чем не спутает. И вот если я выясняю, что да, действительно, значит, этот взрослый человек в детстве страдал синдромом дефицита внимания и гиперактивности, и я вот нахожу, что у него проблемы с работодателем, у него прокрастинация, у него якобы депрессия, он не может себя заставить, он не может сконцентрироваться, вот, и так далее, тогда я со спокойной душой и со спокойным сердцем выставляю диагноз СДВГ. То есть все-таки основным, базовым, ключевым является наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности в детстве. Если в детстве этого нет, значит, поставить диагноз СДВГ, с моей точки зрения, взрослых – это авантюра. Понимаете, это можно, значит, просто. Вот просто, модно, мы давай поставим СДВГ. А все-таки наличие СДВГ детского возраста – это 100%, если не больше, гарантирует то, что ты прав, что ты не с неба снял, понимаете, вот, не из лужи взял, не просто тыком поставил, вот так вот. Хорошо. Не пойму, то ли перетренировался, то ли вышел на белоксин, сильной усталостью там притренировался, может быть, это депрессия, может быть, доза небольшая, вы понимаете? Вот в чем вся проблема. Есть же такая поговорка, да? Значит, на этом, значит, от этого. Ничего подобного, это ошибочная проговорка, латинская, старая. Вот я все время забываю, как она по-латине, да и не хочу уже мозги нагружать. Вот. А это не всегда так. Это не все. Вот вы принимаете венлафаксин, да, вот венлафаксин. Минуточку, вы же болеете. Значит, вот это усталость, утомляемость, это апатия и так далее. Это симптом, естественно, депрессии. Значит, скорее всего, не от венлафаксина, а от недостатка венлафаксина или от неправильного диагноза, или от неправильного лечения, но не от антидепрессантов. И не от усталости, не от перетренировки. Глупости это все. Глупости – это болезнь, это симптом. Это симптом. Так, Сергей Юрьевич, здравствуйте, доктор. Подскажите, может ли быть акатизия при приеме паксила? И что при этом делать? Вы знаете, при приеме пароксетина редко встречается. А может быть, вы еще что-то принимаете? Значит, если акатизия от пароксетина, надо менять его. Менять. Потому что добавлять еще что-то, добавлять, скажем так, агонисты допаминовых рецепторов, какой же смысл? Одно лечить, другое залечивать и так далее. Значит, если доказано, что это акатизия, мне трудно сказать, понимаете, акатизия – это может быть и тревога, и беспокойность, и суетливость, и непоседливость. Вот. А вы квалифицируете это как синдром акатизии, то есть болезненный. Вот. Понимаете, вот в чем все дело. Значит, надо уточнить, это таки от паксила. Значит, сделать, во-первых, посмотреть содержание пролактина. Если пролактин высокий, значит, тогда это все-таки уже льет воду на мельницу того, что, скорее всего, это такие акатизии. Вот. Значит, я считаю, что если препарат вызывает акатизию, лучше его выгоднее,
целесообразнее, дешевле, полезнее, здоровее от него отказаться, чем назначать, скажем так, препараты, которые, скажем, уменьшают, да, пролактин и повышают уровень допамина. Так. А если нет гиперактивности? А есть, ну какая разница? Нет, поверьте мне, в детском возрасте гиперактивность всегда есть. И дефицит внимания, и гиперактивность. Понимаете, всегда. Другое дело, что-то преобладает. Преобладает либо дефицит внимания, то есть доминирует, либо гиперактивность. Но поверьте мне, в детском возрасте и то, и другое. Дети сами, вообще дети, они здоровые дети, они гиперактивны. Понимаете, они гиперактивны, здоровые дети. Вот мы можем, да, скажем, перерыв, мы будем все спокойно сидеть, стоять возле стеночки. А ребенок, посмотрите, школяры в детском садике, вот, во время перемены. Они же как угорелые бегают. Вот в чем вся проблема. Так что этого быть не может. Это будет, но даже если и нет, скажем, гиперактивности, то, а есть дефицит внимания, а вы знаете, дефицит внимания – это ж проблемы, понимаете? Я всегда задаю вопрос, у вас были проблемы с кем? С учителями и с родителями. Вначале учителя, потом, когда не видят, это ж болезнь, они же этого не понимают. Значит, они делают замечания ученику, страдающему там, дефицитом внимания и гиперактивностью, или просто дефицитом внимания. Но изменить ничего не могут, ничего не меняется. Тогда уже, значит, идут претензии учителя кому? Родителям, вызывают родителей. И поэтому обязательно будут проблемы, значит, вас, страдающего, скажем так, в детстве синдромом гиперактивности и дефицита внимания, да, с родителями, потому что их вызывают, им, значит, делают замечания, утихомирьте, повлияйте на своего ребенка, но поскольку ни учителя, ни родители не могут повлиять, значит, все это эскалирует, значит, учителя говорят, заберите ребенка. Он мешает нам, он, скажем, нарушает учебный процесс. Переведите его на домашнее обучение, переведите его в приватную школу. А если еще и все скажут, знаете что, вашего ребенка покажите психиатру и определите его в школу для дефективных детей. Вот в чем вся проблема. Понимаете, вторая проблема при гиперактивности. Ребенка надо все время держать за руку. Его нельзя отпускать, потому что он тут же скроется, надо искать, он будет все трогать, он будет все, грубо говоря, лапать, да, в этих вот в гипермаркетах. Он обязательно Шкоду наделает, будет проблемы. В гостях он обязательно что-то уронит, сбросит, сломает и так далее. То есть это проблемы. Это проблемы. Вот. И если они в детстве есть эти проблемы с учителями и с родителями, а с кем еще могут быть проблемы? Со школярами не бывает проблем. Потому что школяры, даже здоровый школяр, он тоже гиперактивный. Вот и все. Тогда, собственно говоря, тогда можно, базируясь на наличии вот этой симптоматики в детстве, уже более, скажем так, уверенно, вот, целенаправленно поставить, конечно, диагноз. А без этого, если этого в детстве нет, это сложно, это авантюра, понимаете, это авантюра. Хорошо. Какие есть причины, не знаю. Не знаю, это новое заболевание, оно существовало всегда. Вот я зачитывал там характеристика девочек, вот там конец века, да, 19-го, начало 20-го, и вот педагог описывает, там несколько случаев было типичных для СДВГ, но никто же тогда не ставил этот диагноз. Вот непоседливый, вот такая, не концентрирует внимание и так далее, и так далее. Поверьте мне, не было СДВГ,
не как диагноз, оно были, был СДВГ как проявление. Вот, ставили непоседливо, ставили истерию, невнимательность, и это, скажем, неусидчивость и так далее, и так далее. Так. Но, конечно, СДВГ, конечно, имеет генетическую основу, травматическую, органическую, генетическую. Правильно? Конечно. Если алкоголизм родителя – это дополнительный фактор. Дополнительный фактор – это, скажем, такой базовый фактор. И вот на этот фактор, на гены, да, вот кладется еще и воспитание, накладывается и так далее, и оно возникает. Но точно никто не знает. Знает только одно, что это тяжелое заболевание, тяжелое, очень тяжелое. И недавно появившееся, просматривающееся, правда, не у детей. У детей этот диагноз не просматривается, потому что он нарушает социальное поведение, социальную адаптацию ребенка, и там проблемы идут. Вот. А во взрослом состоянии он просто путается, понимаете, ставит депрессию. И все. Почему? Потому что все-таки СДВГ детского возраста и СДВГ взрослого, они отличаются. Там уже и мозг зрелый, там уже и понимание, вот, и так далее. Поэтому я еще раз повторяю, что базовым, с моей точки зрения, значит, базовыми данными, которые позволяют со спокойной совестью, с уверенностью выставить СДВГ взрослых, это наличие СДВГ детского возраста. Ну все, я уже много на этом остановился. Так, с детства КПТСР. Это что, комплексное? Значит, с детства. Остался сиротой. Ну, остался сиротой. Если остался сиротой, попал в хорошие руки, и наследственность хорошая, вот, остался сиротой не потому, что родители там умерли или погибли, а потому что забрали, лишили, или родители спились и так далее, понимаете, умерли, или там в драке, и так далее, и так далее. То есть, значит, но если, предположим, наследственность нормальная, и ребенок остался сиротой, попадается хорошему родственнику, или, значит, его адаптируют нормальные люди, которые заменяют ему родителей, то там и не должно быть. То есть сиротство – это еще не причина и не повод для того, чтобы развился КПТСР. Почему? Потому что, по сути дела, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство – это борделяй. Это одно и то же. Это одно и то же. Вот. А мы знаем, значит, при каких условиях развивается комплексное посттравматическое расстройство и борделяй. Это обязательно проблема, это обязательно стрессово-травматическое детство. Вот в чем дело. Так, ну хорошо, давайте дальше я прочту по поводу КПТ. Остался сиротой, слабо работает сфинктер верхнего отдела. Не, минуточку. У меня тоже этот вот, так при чем здесь сирота, и при чем здесь небо. Это лечить. Принимайте этот вот пантопрацол или еще что-то, это ППЭ, да, протон-пумпенные ингибиторы. Вот и все. Это слабо работает сфинктеры, скажем так, этого кардиальный сфинктер, да, между пищеводом, это еще не признак комплексного посттравматического стрессового расстройства. Заболевание распространено, так что все страдают этим. Так, дальше прочтем, что вы там пишете. Принимаю миртазопин, ГЭП усилился. Менять препарат. Не знаю. Вы понимаете, вот не знаю. Я не знаю, а кто вам выставил, причем с детства. А сейчас что?
Все-таки этот синдром развивается чуточку позднее. Не с детства, а с подросткового возраста. После ряда травматических переживаний, причем длительных, хронических. Травматическая жизнь в семье, травматическая жизнь в школе. Вот одна психотравматика. Не знаю, можно ли, скажем так, связывать вот этот вот проблему, да, с сфинктером, значит, кардиальным сфинктером между пищеводом этим с вашим диагнозом. Не знаю. Это я не знаю. Честное слово. Так же можно дойти до абсурда. Это не основной, скажем так, симптом комплексного посттравматического. Там совершенно на первом плане совершенно другая симптоматика. Если уже и говорить, так скорее говорить о психосоматике, если говорить об этом Гребе, да, Греб. Вот, понимаете, скорее можно говорить о психосоматическом расстройстве. Оно сейчас не называется психо, а называется соматическое, вот, травматическое расстройство и так далее. Не знаю. Не могу ничего вам конкретно сказать. И вообще мертазапина, чего вы лечите мертазапином? Если вы лечите ГРЭП мертазапином, это ерунда. ГРЭП лечится вот этими протон-пумпы, ингибиторами, или, скажем так, ингибиторами этих вот протоновых насосов. Это пантопрацол, самый известный такой препарат. Вот чем оно лечится, а не мертазапином. Не знаю. Доктор, расскажите про депрессивную фазу БАР. Что ее может провоцировать? БАР ее и провоцирует. Это тяжелая депрессия, тяжелейшая, меланхолического типа или апатозаторможенная. Это нет тревоги, это апатия, это безрадостность. Это потеря эмоциональной чувствительности, это предсердечная боль, это раптусы меланхолические, это слабость, это вялость, это отсутствие, это заторможенность идиомоторная, то есть и мозговая, когнитивная заторможенность, и двигательная, моторная заторможенность. Это и раптусы, это и желание покончить жизнь самой. Вот что такое депрессия. А чем она провоцируется? Она провоцируется эндогенными факторами, а не внешними. Потому что там при баре бывают парадоксальные явления. У человека все настолько хорошо, что он должен быть счастлив, а он в депрессии при баре. И наоборот. У него настолько все плохо, что здоровый человек погрузится в депрессию, а у него мания, все хорошо. Так что там от внешних факторов не зависит. БАР – это вот типичное, скажем, течение БАР. Причем, что типично? Что все-таки депрессивная фаза чаще всего преобладает, она длительней, она лечится очень и очень, скажем, тяжело и так далее, значит, требуются большие усилия. А маниакальная фаза, она либо слабо выражена, а если даже она и сильно выражена, так она хорошо уступает лечению антипсихотиками. Вот в чем проблема. Так. Так, значит, опять рекуррентную депрессию поставили. Ну, рекуррентная. Вот это рекуррентные депрессии. Вот, тем более это все хроническое. Терапия резистентная. Вы знаете, я вам честно хочу сказать. Вот. Там ник ЛВА, да, ЛВА. Значит, я вам хочу сказать, поставьте вопрос перед доктором. Пусть исключат у вас БАР. Понимаете, вот пусть такую
атипичный, без маниакальных этих фаз. Почему? Потому что вы уже давно присутствуете, все плохо, ничего не помогает, и все меняет. И, кстати, значит, эти биполярные депрессии, и для нее и типично рецидивирование, рекуррентность, терапевтическая резистентность. И длительность, оно и длится, и тянется. Надо менять диагноз. Потому что если вам будут менять антидепрессанты, так всю жизнь и будете менять. Я вам советую обязательно добавить нормотимик. Обязательно стабилизатор. Он вам не помешает, поверьте мне. Не помешает. А вообще надо, понимаете, вот это, вот для меня, например, рецидивирующие рекуррентные депрессии, это всегда повод задуматься, а нет ли там бар, повод задумываться. Одно дело, если это рецидивирует, когда человек прекращает лечение, то есть он достигает ремиссии на медикаменте, его. Значит, пока принимает медикамент, ремиссия сохраняется, когда он прекращает прием, значит, возвращается рецидив. Вот это рецидивирующее, конечно, в данном случае, если хорошо помогает антидепрессант в любом случае, вот, а прекращение приема антидепрессанта тут же вызывает, или не тут же, а через какое-то время рецидив, это вот все-таки монополярное. А если мы видим рецидив, или вообще сплошная депрессия, и еще, значит, в совокупности с резистентностью, в данном случае я бы, например, уже как-то бы все-таки задумался, а нет ли там вот этой биполярности, скрытой и так далее. Но в любом случае вам я советую все-таки добавить нормотимики, потому что нет, и утомляемость у вас, вот. Вы понимаете, может, приболел, так, да нет, ну, при чем здесь, ну, вы молодой человек, какая утомляемость от активных тренировок? Какая утомляемость? Вообще я вам хочу сказать, что от тренировок, от физической работы, от умственной, никогда депрессия не возникает. Это больной так считает. Что вот я переработался, я перетренировался, я переутомился, депрессия. Все это полная ерунда. Депрессия биполярная, монополярная возникает, естественно, по эндогенной причине. Вот в чем вся проблема. Ну, а больные – это ошибка. Это колоссальнейшая ошибка. Об этой ошибке еще пишет в конце 19 века профессор Чиж. Вот в этой работе, которую я зачитал, Тургенев как психопатолог. Я рекомендую, слушайте, потому что там профессор Чиж не только характеризует или анализирует этих вот героев, рассказов и повестей Тургенева, но он еще и делится своими наблюдениями жизненными. Вот так вот. Так, Сергей Юрьевич. Пью только Паксил с недавнего времени, примерно около 2 недель, в дозе полтаблетки, это 10 миллиграмм. Не чувствуется, но чувствуется внутреннее напряжение, что хочется встать. Ну так это может быть проявление болезни у вас, то, о чем я сказал, 2 недели, 10 миллиграмм, что это за лечение? Через 2 недели уже можно перейти на 20 миллиграмм. Я вам вот что советую. Не валить это опять на то, что это акатизия от пароксетина. На самом деле это не может быть и не акатизия, а неусидчивость, тревожность. Вот. И тут надо не прекращать и не отменять пароксетин, а наоборот увеличивать. Половина 10 миллиграмм. Это же ерунда. 2 недели уже пора. Уже пора. Даже достаточно было 1 неделю на 10 и через неделю перейти на 20. Мой вам совет перейти на 20 миллиграмм. И посмотреть.
Если на 20 миллиграммов все останется так, или на ухудшего, тогда уже другое дело. А сейчас валить на акатезию, валить на пароксетин – это абсолютная безграмотность. Понятно? Абсолютно. И вообще это контрпродуктивно. С моей точки зрения, вы должны сейчас довести дозу до 20 миллиграмм, попринимать минимум 4 недели, и вот через 4 недели уже станет ясно, акатезия это или это все-таки проявление вашего расстройства. Так. Может быть, все, я опять вам повторяю. Это все гадание на кофейной гуще. Самое главное, врач ваш посадил вас на 10 миллиграмм, да, и 2 недели, и, значит, если вы ему не скажете, вот так бы он вам и слово, и вы будете опять продолжать эти 10, так вы будете полгода принимать, и только через полгода на 10 миллиграммах вы что-то почувствуете. Немедленно переходите на 20 миллиграмм, все, принимайте 2-4 недели, а потом все станет ясно, в зависимости от того, какое у вас будет самочувствие. Так, опять Чикин Александр, здравствуйте, все время какие-то проблемы со здоровьем. То голова болит, то желудок, то горло, ну так вы же сами поймете, ну что это такое? Это же тревога, можно ипохондрию поставить, можно и тревогу поставить. Но не может же быть у молодого человека относительно вот так то одно, то второе, то третье, то четвертое. Это же и важный диагностический признак, когда вот так часто меняется симптоматика, локализация ее, ты уже даже без всяких анализов, без всяких обследований можешь предположить, что это функциональное, что это психогенное, а не органическое. Потому что органическое одно болит, вот оно болит и болит и болит, одно и то же. Нарастает и так далее. А когда то голова болит, то попа болит, то нога болит, то живот болит, то глаз болит, то ухо болит, то сердце болит и так далее. Это вы же сами понимаете, что это такое. Это психосоматика. Так, грубо говоря, психосоматика – это и ипохондрия, и тревога, и депрессия. Все это может быть в рамках проблемы. Так они всю жизнь у вас. Что это мое? Вот то, чего вам не могут поставить, Чикин Александр. Вы уже там 10-15 лет наблюдаетесь, и вам один ставит один, потом второй диагноз, потом третий, четвертый. Вот это оно есть. Что-то же есть у вас. Вот это оно и есть. Вот это оно и есть. По кругу. Совершенно верно. Что это может быть? Это и есть вот то, чем вы болеете. И кто-то там вам шизотипическое поставил, но вы говорите, сейчас не ставят, не дают инвалидность. Вот. А вам было бы неплохо. Шизотипическое просто как социальная помощь. Поставить шизотипическое и все. И вторая группа инвалидности, и в армию не возьмут. Вот и все. Значит, какая-то ж польза должна быть от болезни. Ведь не бывает же только все хорошо или все плохо. В каждом плохом есть что-то хорошее, в каждом хорошем есть что-то плохое. Так. Доктор, вы слышали про американского психиатра? Нет, не слышал. Его книгу. Понимаете, вот когда американские или не американские пишут много книг, я считаю, это уже плохой психиатр. Он хороший писатель, да. Хороший компилятор, может быть, да. Но вот хороший ли он, скажем так, психиатр, этого я уже не знаю. Потому что все-таки хорошие психиатры, они все-таки лечат. Они, вы понимаете, у них вот это есть способность, значит, работать. Либо есть способность писать хорошо, выступать, читать лекции. Понимаете? Вот. Это очень редко, чтобы и хороший врач,
хороший, не только психиатр, еще и был хорошим писателем, либо врач, либо писатель. Вот и все. Поэтому я не слышал и не хочу слышать. И книги, вы знаете, вот, кстати, вот мне очень понравилось, о чем вот профессор Чиж высказался, когда он анализировал работы Тургенева. Он писал, пока я был молодой и верил учебникам, руководствам. Но уже прошло 20 лет, я уже, слава Богу, не верю, что пишут, потому что там пишут такое, чего в жизни нет. Вот и все. Вот мне это очень понравилось. Я вспоминаю, вы знаете, это Запорожье, я еще невролог, кафедра неврологии Запорожского института усовершенствования врачей имени Максима Горького. 70-й год. Курсы по неврологии. Я приехал из деревни. Зав кафедры профессор Гольдельман. Великолепный старичок. Культурный, образованный. Лекции великолепные. Книг куча. Но как врач, ну никудышный. Рядом у него доцент Анатолий Павлович Дробинский. Оба евреи, Гольдельман и Анатолий Павлович. Этот два слова связать не может. Косноязычный. Анатолий не Павлович, Анатолий Данилович. Анатолий Данилович Дробинский. Двух слов не может. Вот. Но как врач великолепный. Вы знаете, вот тогда я уже пришел к заключению, что тот, кто много пишет, вот, он хорошо пишет. Он великолепно пишет. Вы знаете, вот меня всегда интересует вопрос, я не хочу никого обидеть и ставить под сомнение. Вот было время, когда был очень модный Курпатов, он там книгу написал. Так вот, меня уже в те времена я задавался вопрос. Значит, книгу можно написать. В книге все хорошо, как говорил профессор Чиж. Когда я слушал книги, а потом я смотрю, что в жизни совершенно другое. Вот. Так вот у меня вопрос. Так вот, это просто в книге хорошо, а вот как доктор Курпатов, ничего против него не имею, не критикую, я его не знаю. Как он лечит? Вот как он лечит? Книга хорошая, наверное, потому что все хвалили книгу. Но помогала ли книга и как он? Вот понимаете, вот в чем дело. Поэтому я эти все, значит, имена американские, израильские, немецкие, понимаете, это для меня нет авторитета, понимаете? Нет. Потому что я вам хочу сказать, ведь вы не должны, мы все не должны забывать сейчас, что мы живем в век фейка. Фейк, везде фейк, нас окружает сплошной фейк, куда мы не пойдем. Политика, торговля, учеба, газеты, YouTube, боже мой, да все, да любая социальная медиа, да любое, это все фейк, полуфейк, четверть фейк, стопроцентный фейк. Вот этого мы должны понимать. Поэтому тот, кто такой наивен и всему верит, что ему говорят сейчас, он несчастный человек. Все-таки нужно включать извилины и анализировать. Ну, понятно, что, скажем так, больному сложно прийти к заключению, скажем так, вот какой, что там написано или как там написано, это, конечно, прерогатива врача. Но в жизни, ведь фейк же в жизни, сплошной фейк. Вы должны этого не забывать. Вы что, не видите? Вы что, не видите, не слышите? Куда не пойдешь, везде фейк. Везде фейк. Вот и все. Я не хочу сказать, что это профессор фейк. Но я знаю только одно, что мало ли что в книгах все хорошо. Инструкцию откройте к любому медикаменту. Да вы что, да чудо медикамент. Все помогает, прекрасно, замечательно. А что в жизни? А в жизни все наоборот. Или далеко не так, как описывается нам. Так что вот так вот. Так. Сейчас я найду, а то куда-то выскочило уже.
Да, Амена, его книгу «Конец психическим». «Конец психическим». Знаете, вот прошло, недавно я прочел, да, можно ли вылечить? Можно ли вылечить Альцгеймер? Понимаете, вот такая. Я даже и не читаю это. Я это даже не читаю, это фейк. Это не стопроцентный фейк, но наполовину фейк. Все, вот и все, понимаете? А кто-то клюнет. Вы знаете, вот народ клюет. Вот дай им жареное название, вот YouTube. Вот у меня претензии к YouTube одни. Хорошая платформа, великолепная. Но она абсолютно не контролирует фейкачей. Абсолютно. Она не контролирует, она контролирует, не украл ли ты. Права собственности не нарушил, это проверяется. Но какая информация, правдивая, неправдивая, полезная или наоборот, вредная, понимаете, абсолютно не учав. А YouTube, вы только посмотрите, вот, там же один фейк. Один фейк, один пишет одно, и тут же рядом второе, на 180 градусов поворот, абсолютно противоположный. И вот так вся наша жизнь. Так. Поставили тяжелую депрессию, ГТР. Паническая, о боже мой, тяжелая депрессия, еще и ГТР. Так депрессия или ГТР? А? Или паническая, это разные, это три заболевания. Депрессивное расстройство F2, да? То есть F3. F31, нет, F32, 33, 34, дальше. ГТР это F41. Один, вот, паническое расстройство, F40. Ну так, ну вот как можно вот такое нагромождение сделать, а? И депрессия, и ГТР, и паническое расстройство. Назначена серената и атаракс. Ну серената, правильно, это сертралин. И дальше что? Пью 3 недели, дозировка 100 миллиграмм сейчас. Аппетит пропал. И тошнота. Это нормально, когда надо менять. А почему надо менять? Надо увеличивать дозу, надо посмотреть, что такое 3 недели. Друзья мои, сколько вы, значит, болели ковидом, даже легкой формой, или гриппом, когда все полностью исчезает, и кашель, и так далее. Там что, 3 недели? Там иногда и до месяца затягивается, а вы хотите от депрессии выйти через 3. Это невозможно, невозможно. Вы понимаете, невозможно. Невозможно. Торопитесь. Это душа больная. Вообще, вы знаете, можно ли вылечить душу? И как ее лечить? Кто знает это? Может быть, вот этот профессор, как его? Американский психиатр Даниэль Амен, может быть, знает. Он же пишет, что конец психическим расстройствам, он всех вылечил. И так далее, и так далее. Это же ерундистика. Это же, я не знаю, пишет ли это Амен, или это пишет уважаемый большой критик. Да, может быть, он так понял, что так, этого я не знаю. Потому что нормальный врач-психиатр такого написать не может. Не может. Что все, конец психическим расстройствам. Их нет. Или они излечиваются. Вот. Так. Значит, продолжайте. Продолжай. Аппетит пропал и тошнота. Он у вас пропал и до сертралина. У вас же тяжелая депрессия. Не путайте. Вы считаете, что это от сертралина? Нет, это от болезни. То есть сертралин пока не помог вам. А вся эта симптоматика – это от болезни. Поэтому надо лечиться дальше. 3 недели – это ничто. Ничто для тяжелой депрессии, да еще и с ГТР, да еще и с паническим расстройством. А, кошмар. Так.
Макс, дорогой доктор, подскажите, от ГТР врач назначил буспирон. На нем чувствуете хорошо, но боюсь, что придется принимать. Совершенно верно. ГТР все-таки лечится не буспироном, а все-таки сироз. Понимаете? А буспирон, он же не лечит. Ведь что такое ГТР? Это низкая концентрация серотонина, синаптического серотонина. Буспирон – это анксиолитик. То есть вы приняли, тревога ушла. Не приняли, тревога опять. А СИОС – это патогенетическое лечение, а лечение буспироном – это симптоматика. Это симптоматика, это не причина устраняется. Поэтому вы правильно сказали, буспирон вам при лечении ГТР буспироном придется его принимать, буспирон, феназепам, фенибут или еще что-то в этом роде, прегабалин, всю жизнь. Или до того момента, если просто ГТР само, скажем так, не исчезнет, или оно не исчезает, оно просто, скажем так, облегчается его течение, и человек уже может жить. СИОС. ГТР лечится одним из СИОС. Так. Хочется каждый день выпить. Что сделать? У меня бордельяет. Надо, так лучше выпейте нормотимик, чтобы не хотелось выпить алкоголь. Понимаете? Вот. А кроме того, я не знаю, а бордельяйн ли, а вы понимаете, может быть, вот бордельяйн и бар, они, в общем-то, здорово похожи. А вот когда очень хочется выпить, это бывает и дипсомания, не знаю, не знаю. Значит, все ж таки нормотимик нужен, и бордельяйн использует нормотимик, и, скажем, при баре используется. Вот я вам советую нормотимик и психотерапию надо. А кроме того, раз хочется выпить, значит, какая-то проблема у вас сейчас, что-то вот в социальном плане, в социальной адаптации есть. Нормотимик. Вот так. Паша Федуля, психиатрические расстройства, они заразны, как вирус. Ну, и не знаю, как это заразно. Ну, что значит заразно? Если человек мнительный, да, эпидемия психическая. Что такое психическая эпидемия? Вот. Но это же не шизофрения и не депрессия. Раньше были эти, скажем так, вот болезнь меречения, да, ну, знаете, что это такое? Ну, скажем так, вот приведен пример. Где-то казачий полк был, или даже не знаю, сотня, где-то там в Забайкале, ну, в 19 веке. И вот, значит, командир говорит «молчать!» И все эта сотня говорит «молчать!» Он говорит, у сволочи, значит, это сотни опять говорят, ну, вот сволочи, вот это же есть эпидемия, это меречение, понимаете, или эти вот пляска святого Вита, Тарантино, значит, в средние века в Италии, в Европе, это же это психозы, а что такое МММ, это же психоз, а Кашпировский, когда кучи вот это смотрели, Кашпирова, это же и есть психоз. Вот это и есть зараза. Но это же не психическое расстройство. Это мнительность, это внушаемость, это психическая эпидемия, но она же, понимаете, только надо убрать от Кашпировского, убрать, значит, от этого вот, расформировать эту сотню, убрать этого, значит, сотника, и все, и прекратится эта эпидемия. Вот в чем дело. Ладно, дальше. Обстановка дома у вас, доктор, как в СССР. Стенка, посуда, на стеклянными дверцами,
Какая посуда? Где вы видите посуду за зеркальными дверцами, а? Это лекарство, у меня аптека там. Вот, понимаете, вот это же и есть фейк, понимаете? Вот Паша Федор, это фейк. Где вы меня видите здесь посуду? У меня посуда в кухне. Нет выбора, вот это и есть фейк. Прошу взять без фейка и прошу по делу, а не как я живу. Я живу не в СССР, я живу в Германии. И живу не в период. СССР в 92-м году почил в Бозе. Так что уже нет СССР. А вы фейком занимаетесь. Так, ладно. Да, доктор, я принимаю ламиктал. Сейчас 125 и буду 150. На антидепрессант мне несколько легче, спустя почти год. Но ципролект немного как будто бы не дорабатывал. Вот и велоксин пробую. Никак. Вы понимаете? Ведь по идее, если монополярная депрессия, то за год бы вы уже, за год бы уже и прекратили лечение. Все-таки монополярная депрессия при назначении антидепрессанта, она, значит, прекращает депрессию, ремиссия. А у вас нет ремиссии. Год вы лечите, и не, вот это оно и есть, вот это подозрительно. Это терапевтическая резистентность, или, скажем так, неполная терапевтическая эффективность. Поэтому приходится менять, год лечите. Все время вы жалуете, все время вам плохо, все время. Я же этого замечаю. Я вас не лечу, но вы все время и в этом, на этом канале пишете, и тут пишете. Вы такой активный участник, и все плохо. Поэтому надо это, вы понимаете, я же не могу решить этот вопрос. Это должен врач. А он идет по способу, он, не помог ципролекс, давайте венлафаксин. Не поможет венлафаксин, да он же и не помог вам, вы же сами валите на него, что вот он, скажем так, значит, или там, вы даже не на него валите, а на то, что вы переутомились, понимаете. То есть, о чем это говорит, что ципролекс не помог, и венлафаксин уже не помогает. Значит, вот это уже должно заставить доктора немножко призадуматься, а почему не помогает, а почему неполная эффективность или частичная резистентность, почему, может быть, что-то не то лечим, понимаете? Вот. А он и не думает, это же надо напрягать извилины, а зачем их напрягать? Когда проще, не помог ципролекс, давай венлафаксин, вот так просто, от фонаря. От балды, как говорят, хорошее слово, от балды, да? Не помог венлафаксин, давай попробуем дулокситин, хотя та же группа, и пошло-поехало. То есть давайте, понимаете, думать не надо, это думать тяжело, а менять, скажем, антидепрессант просто, да и больной доволен, а вдруг, я вам говорил, что бабушка у меня с Молдаванки, да? Вот, это район был в Одессе, там евреев много жило, такой простой мастеровой народ с юмором. Так вот, там, значит, я вспоминаю от бабушки, значит, это такое поговор, вдруг обосрался вокруг, понимаете, вот что такое вдруг. Вот. Все-таки это же психиатрия, тут надо не вдруг, а надо все-таки целенаправленно, надо как-то все-таки постараться как-то приблизиться к какому-то все-таки более-менее верному диагнозу, и не вдруг поможет, а вот давайте, вот это поможет, почему? Да потому что у вас того-то, или у вас такое-то, и вот, значит, при этом вот заболевание, вот, значит, наиболее эффективным является такое, а не вдруг. Вот и все. Так. Артур,
При ОКР помимо СИОС применяются другие противоречивые. Нет. Применяется, я уже много раз говорил, применяется монотерапия СИОС, причем в максимальной дозе сразу же начинать с максимальной дозы. Если она не помогает, и часто не помогает, доза увеличивается в 2 раза, в 3 раза. Иногда и даже в 3-значной дозе максимальной не помогает. Тогда добавляется 2-й СИОС. Комбинация идет, подбирается, притирается дозы 2-СИОС. Но бывает и комбинация не помогает. Вот тогда я, например, лично предпочитаю 2 антипсихотика, либо теоприт, да, или теорпит, я уже точно не помню, вот, но есть такой, вот он хорошо как раз помогает, либо рисперидон, причем в небольшой дозе, это ТИА, да, на 25 миллиграмм, а рисперидон, ну, скажем так, не больше 1 миллиграмма, вот как лечится навязчивое расстройство. Так, а в какой-то момент на Ципролексе в 1 день, 3 недели стал активно кататься на вело и бегал в 1 день и плавал. Ну так вот это же и есть какое-то маниакально подобное состояние. Ну и куда оно делось? Понимаете, при ремиссии, если это началось, во-первых, оно начинается не в 1 день, а начинается плавно, лучше. Вначале я могу километр, а через недельку уже 2 появляются силы, а еще через недельку 10, это, то есть плавно идет улучшение. Вот. А кроме того, если улучшение началось, так оно сохраняется. А если и человек может 30 километров, да, бегать или плавать, или на велосипеде, так это уже хорошо, человек выздоровел, а у вас что, 1 день 30, а потом опять? Вот это же и есть, вот, колебание. Это, скажем, скрытая такая, атипичная форма, понимаете? Поэтому он же и не видит бар, потому нет сжимания. А чтобы обратить внимание на это, а что это такое? Почему 1 день была такая активность? Вот это же и есть прообраз мании. Нет, не обращает. Ладно. Сейчас не то. Найти надо. Да, вот нашел. Все, Наталья Гондарчин. Да, здравствуйте, привет, Жор. Опасен ли вам, чтобы уже на русский перешли? Привет, Жор. Опасен ли вам отрежен? На что влияет? Значит, ни на что он не влияет. Он опасен только в одном. Если появится высыпание, вот вчера мне девочка одна выслала фотографию. Я ей сказал отменить, заменить этим левотироцетамом. Вот и все. То есть там надо следить. На ламотриджине, во-первых, надо очень медленно и плавно подбирать дозу. Вот. На 25 миллиграмм до 100 каждые 2 недели. 25, через 2 недели 50, еще через неделю 75, еще через 2 недели 100. А потом можно уже на 25 еженедельно увеличивать, а не сразу же. Понимаете? Это первое. Второе. Наблюдать за кожей. Зуд и особенно опасны кожные высыпания. Вот. Почему? Потому что иногда ламотриджин дает вот такую системную реакцию, тяжелую. Вот. Не хочу больше ни о чем говорить, но вот если появляется кожная сыпь, значит, ламотриджин надо немедленно принимать, прием ламотриджина немедленно прекращать и заменить его другим, и все. Довольно часто он дает, но это не значит, что у вас будет. Убегал от тревоги и пессимистичными, чтобы занять день. А вот теперь... Ну, так...
Понимаете, это не... Вот я вам 100% говорю. И активность тогда появилась. Потому что депрессия на день отступила. Появилось много дофамина. А теперь его нет. Понимаете, вот смена. Вот у вас две фазы. Фаза активности, это проманиакального или похоже. И, а вот теперь депрессуха тяжелая. Все. Вот поэтому и какие там 30 километров. Вот теперь попробуйте от пессимизма убежать. Хрен убежите. А тогда могли. Потому что и пессимизма было мало. А появилась сила, появились желания и так далее, и так далее. То есть, поверьте мне, я вам... Уже давно, но не сообщая, я про себя считал, что вам надо, что у вас, скорее всего, значит, какая-то форма, вот такая скрытая, замаскированная, атипичная, вот форма биполярного расстройства. И что вам надо делать упор не на антидепрессанты, а вам надо делать упор на, скажем так, на нормотимика. Но поскольку я же вас не лечу, и я не наблюдаю за вами, и у меня нет точных данных, поэтому я не возражаю, пусть будет антидепрессант. Самое худшее, он просто не поможет. А если он и поможет, то есть вгонит в манию, ну так это уже будет хороший, понятный диагностический принцип, понимаете? Раз на антидепрессанте мания, значит, это уже 100% биполярное расстройство. И тогда антидепрессанты уже 100% не надо принимать. Ну вот так вот. Так. В России при шизотипическом расстройстве дают инвейн, если установить хорошее общение. Ну как это? Это, во-первых, не психиатр дает инвалидность. Инвалидность дает врачебно-трудовая экспертная комиссия, ВТЭК. А врач ставит шизотипию, это шизофрения, это F2, F20. Шизофрения в 21, шиза – это вялотекущая, понимаете, вот и все. Так что хороший контакт с врачом надо установить, чтобы он поставил шизотипическое расстройство, F21. А уже инвалидность он не определяет. Инвалидность определяет врачебно-трудовая экспертная комиссия, ВТЭК. Так, психолог Ольга Уткина. Да, здравствуйте. Доброго вечера, доктор Жорж. 100% с вами согласна. Кругом показуха, медицина, образование, единицы специалисты, те, кто любит свою... Понимаете, дело же не только в медицине и не только в психиатрии. Вся наша жизнь – это фейк. Вся жизнь – это катастрофа. Вы понимаете, это катастрофа. Но я это понимаю, фейк. Я уже никому не верю. И всегда ставлю под сомнение. Вот скажем, на Ютубе раньше я заходил, теперь я просматриваю, иногда меня вбрасывает, и там дается, значит, ну скажем, вот по Украине, там по войне, понимаете, вот я читаю только название и вижу фейк. Вот он пишет, все хорошо, все замечательно, следующий, все хреново, на 180 градусов, вы понимаете, столько показухи, столько горячего названия, вы понимаете, вот народ клюет на название. Вот я разместил, да, человек-зверь, Ренана и, скажем так, и Ницше. Так я знал, понимаете, вот люди кинулись на зверь, вот, а что же это там такое? А когда они зашли туда и видят, что это философское понятие и так далее, это и просмотр 2 минуты. Вот в чем дело, и вот это используют многие фейкачи Ютуба. Вот, очень многие, они дают вот такое горячее название, брехню, фейк, полуфейк, а народ, они понимают, они поняли, это люди-психологи, они уже поняли, что народ клюнет на это, вот на это клюнет. Вот я смотрю, ну такую ерунду пишут, как
омолодиться. И вы знаете, миллион идет, идиоты. Ну вот честно вам хочу, я считаю, это идиотия. Как это можно понять, что вот какой-то там Ютуба, хрен его знает, кто он дает, скажем, рецепт, как омолодиться на 50 лет, как выглядеть на 20 лет. И народ идет, вот, а ему что надо? Ему нужно, чтобы этот миллион был. А будет этот миллион, он сделает монетизацию и будет зарабатывать. Вот вам и все. Понимаете, значит, YouTube, это, в общем-то, вот он не борется с фейком. Вот он не борется. Но это не его задача. Задача YouTube, это, конечно, чтобы на каждом канале можно было размещать рекламу. Это его основная задача. Вот. Но, в принципе, это и вот его, я считаю, недостаток. Он не проверяет достоверно. Он проверяет, не украденный ли. Не уворованы ли данные у другого автора, то есть не нарушены ли авторское право. Это он проверяет. Великолепное, конечно, великолепное. Я считаю сам, я не знаю, там, что там в Телеграме, что там в ТикТоке, что там в этом, в WhatsApp, этого я не знаю, я там не был. Вот. Здесь мне все нравится, великолепно, отработано, возможности колоссальные. Но вот непорядочные люди, вот такую хреновину пишет, и народ идет и клюет. Понимаете? Вот вам и все. Вот это и есть. Значит, и некоторые поняли, что надо дать такое заглавие, вот скажем так, понимаете, вот найден снежный человек, поверьте мне, там будет миллиард посещений. Миллиард. Или как добиться, значит, один пишет, я был уже на том свете, да, там жить можно, там жизнь есть. Идет миллион, верят в то, что есть жизнь после смерти. Понимаете, кто-то там написал, идут, смотрят. То же самое, если, скажем так, написать о том, что УФО есть, да, или снежного человека нашли, вон, знаете, Высоцкий об этом писал. То у них собаки лают, то у них руины, говорят, это все старое, и так далее. Вот вам и все. Поэтому фейк, это не только на Ютубе, это везде. Вся наша жизнь сейчас построена на фейке, на дезинформации. Причем целенаправленной, понимаете? Реклама. Что такое реклама? Это и есть фейк. Потому что не фейк в рекламе не нуждается. А в рекламе нуждается только фейк. То есть не фейк, хорошая вещь, она в рекламе не нуждается. И в советское время было нормально, там не было рекламы, вообще ничего не было. Поэтому человек был счастлив, вот он, ему достался один холодильник или телевизор, он счастлив. И он счастлив. И там стиральная машина, которая отжимала вручную, надо было прессовать. И человек был счастлив. И там не было рекламы. Почему не было рекламы? Да потому что товаров не было. А теперь же конкуренция. Теперь же надо продвигать. А как продвинуть? Только путем фейка. Ладно. К сожалению, фейка полно сейчас в медицине. Ну, не только в медицине. Не только. Везде, я опять повторяю, везде. Это мы уже. И причем здесь Путин, и не только Путин. Не только Путин. И Америки, и в Германии, да везде, да в любой стране. Может быть, где-то на каких-то островах, где туземцы живут, может быть, там нет фейка. Вот. А там он ими не нужен, этот фейк. А в любой стране, где имеется реклама, вот где имеется реклама, там, где имеется конкуренция, там обязательно конкуренция, это синоним фейк. Обязательно будет фейк. Обязательно, потому что надо опередить конкурента. Опередить. Как его опередишь? Фейком. Фейком, полуфейком. Понимаете, самый хороший фейк, это когда на четверть. Правда, а на три четверти фейк, понимаете, все-таки есть правда.
Ну, а дураки делают просто неправду. Ну, вот скажем так, есть жизнь. Я, оказывается, был, у меня была клиническая смерть, и я там разговаривал с Господом Богом, и так, жизнь есть. Все, и народ, ну это же фейк. Я даже, когда такое прочитываю, я даже и не захожу, потому что я понимаю, что это все это полная ерунда. Ладно, дальше. У людей с ОКР полно психической энергии, деструктивных, выученных. Я этого не знаю, что вы имеете, какой психической энергии. Некоторые вообще сидят, потому что какая у него психическая, она же не туда направлена. Вы знаете, есть ОКР, тяжелейший ОКР, который напоминает кататонию. Вот человек сел на кровати и сидит. А знаете почему? Потому что для того, чтобы он встал с кровати, ему нужно час плевать через левое плечо. Потом он встал, час проплевал, встал. А потом надо дойти до двери. Еще час надо плевать уже через правое плечо. И так далее. То есть весь день, 24 часа, он даже не может. Поэтому он думает, а нахрена мне выходить. Вот он сидит и симулирует эту кататонию. Человек неподвижный и так далее. Где же эта энергия? Это не та энергия. Это болезненная энергия. Она идет не туда, куда надо. Она забирает силы. Так. Так, благодаря вашему каналу вывели маму в ремиссию. Не знаю, благодаря ли, но спасибо, если это так. Так, Дмитрий Иванов, что делать, если при тревожном расстройстве от любых сил появляется апатия, ничего вообще не ходит? Значит, это не тревожное расстройство. Проблема не в серотонине. Вот в чем вся проблема, это я могу вам сразу же сказать, что если от любого сего апатия, это проблема, значит, не в тревоге, проблема не в нехватке серотонина, а, скорее всего, у вас не хватает этих вот противоположных, конкурирующих нейропептидов, дофамина и норадреналина, и, может быть, и адреналин. Поэтому вам надо поменять антидепрессант. И диагноз, понимаете? Я много раз уже говорю, что медикаменты, их немного. И каждый врач имеет возможность, значит, если имеются хорошие аптеки и так далее, что в Париже, что в Берлине, что в Нью-Йорке, что в Израиле, что в Москве, в Киеве. Понимаете? Если нормальные аптеки, каждый врач имеет одни и те же медикаменты. И тут, скажем так, отличия нет. Отличие есть только в одном. Какой врач правильный диагноз ставит. Вот, какой врач хороший диагноз, а какой плохой диагноз. Или какой врач заинтересованный, а какой нет. Вот в чем вся проблема. Понимаете? А вот СИОЗы у всех есть. Я там 5 СИОЗов. Значит, каждый врач может назначить все эти 5. Вот. Но проблема же не в этом. Надо же поставить диагноз. Вот вы мне пишете, что каждый СИОЗ вызывает, скажем так, СИОЗ индуцированную апатию. О чем это говорит? О том, что проблема не в серотонине, а проблема в другом. И когда вы начинаете, они вам назначают ингибиторы обратного захвата серотонина, то в принципе количество, значит, количество серотонина возрастает, автоматически падает и так низкое количество активирующих этих вот нейропептидов. Поэтому и возникает эта апатия, понимаете? Вот вам и все. Поэтому проблема в диагнозе, в неправильном диагнозе, в неправильном назначении, значит, класса антидепрессантов. Так. Что делать? А, это я уже написал.
Ничего вообще не хочется делать. Правильно, про это так называемый силоз, индуцированная апатия. Это если это только возникает, вот то, что вы пишете на антидепрессанты. Значит, проблема не в серотонине. Все, вам надо наоборот. Вам надо не серотонин повышать, а повышать дофамин, норадреналин. То есть, как минимум, вам надо принимать и использовать дуальные антидепрессанты, силоз и Н. Это как минимум. А еще лучше бринделикс или бупропион. Вот. Вот был бы бупропион, если бы вы жили не в России. В России его нет, да и в Украине нет. Там надо добывать его только через Польшу. Там можно достать через Польшу. Так. Доктор, подскажите, пожалуйста, ненависть к дисциплине, к структурированности. Надоедает, хочется чего-то нового, у бордельянов лечится психотерапией, как полюбить порядок, если нравится, но не знаю. Вы знаете, я вот сегодня зачитал, скажем, поминальные слова некрологи русскому психиатру, гипнологу, психологу Ардальону Ардальоновичу Токарскому. Вот если вы все это слушали внимательно, значит, там вот профессор Бернштейн пишет, ну, поминально и упоминает. Оказывается, мама психиатра Токарского страдала душевным расстройством. Поэтому Токарский, будучи еще гимназистом, вот он решил, скажем так, стать психиатром. Так вот, там четыре некролога от четырех авторов, которые хорошо знали, положительные некрологи, знаете, говорят о мертвом либо ничего, либо только хорошее. Но вот там есть критические такие моменты, что вот он был своеобразный, что он вот загорался. И вот как только он загорелся, вот, у него энергии было очень много. Но как только он уже достиг всего, он терял интерес к этому и должен был что-то искать другое. Понимаете? Ну вот, умер он, конечно, не от душевного расстройства. Ему не было и 42 лет, он заболел диабетом. И через год после этого вот диабета получил туберкулез легких. И умер от туберкулеза легких. Вот. Понимаете? Так вот, это же врач. И это такой известный был врач. Это был приват-доцент, друг, ученик Корсакова. Ему это известная величина. Я его даже считаю корифеем русской психиатрии. Российской, русской, скажем так. Вот. Понимаете, ну вот у него то же самое, что и у вас. При Бордельяне вот-вот, вот хочу, загорается человек. Не знаю, как, правда, при Бордельяне сделал, но, скорее всего, достиг чего-то и теряет интерес. Как это лечить? Вы знаете, не знаю, это я. Якобы психологи и психотерапевты знают. А я даже не могу представить. Я могу понять, что вот надо человеку сказать, а ты возьми себя в руки и продолжай работать. Почему? Потому что если ты будешь каждые, значит, 3-4 месяца, каждый квартал менять место занятости, это же не годится. Это же не годится. Ну так это же, это, я ему могу сказать, но это же не поможет. Вы же правильно, вы же сами понимаете, как сделать, как изменить себя. А как изменить себя, я не знаю, спросите в тех великих психологов, которые занимаются диалектической, поведенческой терапией Бордельяна. Вот они все знают. Вот им задайте этот вопрос. А я честно вам хочу сказать, а я не знаю. Вот не знаю, как это можно. Здоровому человеку, я понимаю, ты ему объяснил, вот тут ты заблуждаешься, вот тут ты ошибался, здоровый человек взял, а я-то думал. Он, значит, ты ему подсказал, и он действует в правильном направлении. А при Бордельяне такие объяснения когнитивные не помогают.
Не помогает. Вы сами понимаете, да? Вы же сами, или, например, при СДВГ, да? Прокрастинация. Человеку надо, а он не может. Он понимает, что он неправильно делает, что вот надо, да? А он ничего не может. Вот в чем вся проблема. Но психологи утверждают, мы все можем. Психотерапевты, мы все можем. А я не знаю, как это можно. Вот не знаю. Вот вы задаете вопрос, да, как это сделать, да? Вот как сделать? К дисциплине, к структурированности, надоедает, хочется чего-то нового. Ну вот, скажем так, Токарский, он этим не занимался. Он все время шел новое. Ну вот видите, 16 лет всего проработал, и даже не будучи 42-летним, умер. Понимаете? А так бы он занимался. Но он это не считал, скажем так, проблемой. Но все-таки меня всегда интересовал вопрос, когда я узнал, что мама его страдала. Не могло вот так просто проскочить. И вот как раз, когда вы мне об этом, значит, вот сейчас написали, а я вот буквально сегодня все 4 некролога зачитал. И вот там, значит, его современники, его коллеги, вот они говорили, что он был очень энергичный, но, вот возникал план, возникала идея, он, значит, достигал, и все, и терял интерес, и ему надо было новое. Ну вот он не лечился, он как-то жил, то есть, вы понимаете, я не знаю, как привить эту любовь. Но я вам могу посоветовать одно. Действуйте, достигайте чего-то. Вот, а потом переходите, ставьте новую задачу, достигайте. Это тоже нормальное дело. Понимаете? Но то при борделении, скорее всего, проблема в общем. Что человек, значит, загорается, а потом не достигает. Может быть. А может быть, на полпути бросает, а может быть, и на четверть пути. Понимаете? Вот так вот. Не знаю. По идее, конечно, это психотерапия, но я все больше и больше убеждаюсь, вы знаете, вот в чем, что все-таки это проблема нейропептидная, все-таки нейропептидная. Но почему? Почему, скажем так, антидепрессанты при борделяне не дают того эффекта, какой они дают, например, при депрессии, я имею в виду униполярной, монополярной депрессии. Потому что при биполярной антидепрессанты не помогают. Понимаете? Вот в чем вся. Это проблема. Я вам скажу больше. Вы думаете, вот это увлечение современной психиатрией, психоделиками, да, наркотиками, психостимуляторами и прочими, каннабисом, да, это же бессилие. Это же, по сути дела, признание того, что современная психофармакология, что она никуда не годится, что она своей цели не выполняет. Поэтому официальная психиатрия, правда, экспериментальная еще пока, обратила внимание на то, на что люди, больные, простые, далекие от медицины, уже обозначили сами давно, что алкоголь помогает, кому-то помогают психостимуляторы, амфетамины, вот, кому-то помогает каннабис, кому-то помогает, скажем так, опиаты, и пошло-поехало. Понимаете, это доказательство того, что официальная психиатрия, став на путь простого человека, далекого от медицины, который лечится наркотиками, алкоголем, психостимуляторами, вот, значит, она расписалась в своем полном бессилии.
И расписалось, что медикаменты, да, мы назначаем, и так далее, но они не помогают, потому что нет хорошей жизни. Психиатрия официальная обратила свой взор на то, на что простой народ уже давно, значит, понял, и за что его наказывает простой народ. Сажают за распространение и так далее, и так далее. Так. Не знаю, вот как, чтобы вы могли, ну, давайте вот, действуйте как Токарский. Видите, он тоже, вот он, вот буквально, прослушайте, там четыре, я уже не помню, в какой из одной из четырех некрологов, они там небольшие, вот прямо об этом и пишут. Но он же не страдал от этого. Может быть, и вам надо не страдать от этого. Понимаете? Ну, сделали одно, а потом второе. Конечно, желательно все-таки заняться чем-то и заниматься, усовершенствоваться, а не так загореться, инвестировать. И иногда вот эти идеи требуют инвестиций, причем финансовых. Вложил, а потом все это пропадает, ничего не делаешь и так далее, и тебя другое. Вот я недавно консультировал одну девочку с Бербер, она говорит, то я так хочу, то я этим. Вот тут такая смышленая девочка, молодая, 21 год, Бербер, она правильно, значит, обозначила проблему. То я этим, у меня 7 пятниц на неделе. 7 пятниц. То это хочу, то этим, то это надоело и так далее. Как это делать, не знаю. Так. Сейчас. Так, это я уже так нашел. Доктор, это я уже ответил. Доктор, как вы относитесь к алкоголю? Если не пьешь в компании, сразу же белый. Ну и что? Да. Понимаете, это в России, в Украине-то. На Западе никто. Тут совсем другая вот в этом менталитет. Понимаете? Белая ворона. Ну и белая ворона, скажи, не пью. Понимаете, вот. Надо показывать о том, что вы целенаправленная, целеустремленная личность. Что вы правильно понимаете, что вы не поддаетесь этому внушению. Все пьют, и я должна пить. Понимаете, это... Понимаете, дай Бог, чтобы это так было. А я все-таки думаю, что тут проблема, только не обижайтесь на меня. Ну вот. Доктор, как вы относитесь к алкоголю? Ну, когда я был молодой, так я его пил, причем неправильно пил, перепивал и все, а потом месяц не мог, страдал, мучился. Но уже лет 40 я вообще не пью, а то и больше. И у меня и желания никакого нет. Понимаете? Но вот я почему говорю, что вы не обижаете, если не пьешь в компании, сразу белая ворона. Значит, может быть, действительно, вас смущает, что вы выглядите белой вороной. А если то другой механизм? А если вам все-таки хочется выпить, а вы прикрываете, а тем ищете предлог, чтобы выпить? Понимаете, почему? Потому что если не выпью, белая ворона. Вот. Смотрите, а вообще я вам советую, если вы действительно, значит, скажем так, не хотите пить, значит, не пейте. Более того, даже интересно, вы знаете, как интересно трезвому наблюдать за пьяными. Ты знаешь человека трезвого, а тут он меняется, он вообще превращается. Совсем другого. Это очень интересно. Очень. Вот и все. И не пейте, пейте сок, пейте там еще что-то, водичку или еще что-то. И кофе, и так далее. Это не проблема, понимаете? Это искусственная проблема. Вот это белая ворона.
Но я понимаю, что в России это сложно, понимаете, да пей, да что ты не пьешь, да пей, понимаете, и так далее, и так далее. На Западе этого нет, тут никто никого не принуждает, никто никого. Ну, если это немцы, вот, например, я живу в Германии, немец никогда тебя не будет принуждать, хочешь пей, хочешь не пей, ну вот. А русская компания, конечно, будет тоже, потому что менталитет остался, скажем так, прошлый. Так, здравствуйте, док. Действительно, люди, которые регулярно выпивают и не знающие нормы, являются... Ну, все значит, что все душевно больные. Нет. Алкоголики – это душевно больные. Те, кто становится алкоголиками. Понимаете? Это моя точка зрения. 95%. Но если люди выпивают там раз в неделю, вот у меня сыновья, я возражаю, конечно. Вот у них компания русскоязычная, живущие в Германии уже давно. Люди работают, все солидные, все нормальные. Но вот они раз в неделю, WhatsApp-компания, у них там группа, в WhatsApp, а сейчас, наверное, будет в Telegram, не знаю. Вот они собираются на даче, готовят кушать, у них хорошая еда и так далее. И вот они раз в неделю, в субботу, в воскресенье не пьют. Почему? Потому что уже понедельник на работу надо идти, а в субботу можно выпить, поспал, и еще и тебя это есть. Вот. Это что, душевно больные? Нет. Я вам скажу, это люди, которые за неделю утомились, вот, может быть, скучно, рутина, и вот они, значит, скажем, тоже расслабляются, конечно, по большому счету, потому что расслабиться можно не обязательно алкоголем, расслабиться можно хобби, а это получается как хобби. Значит, и тут все-таки, поверьте мне, что алкоголь, конечно, понимаете, здоровый человек, молодой, и все-таки алкоголь снимает тормоза, он снимает контроль коры мозга, и мы делаемся распущеннее, развязнее, свободнее, это нравится. Но поверьте мне, что душевно больные, вот, то есть многие алкоголики, не многие, а 95% настоящих алкоголиков пьют не потому, чтобы быть развязнее, свободнее, чтобы языком молоть и так далее. Нет, они пьют для того, чтобы стало на душе проще и легче. Понимаете, у кого-то депрессия, у кого-то тревога, у кого-то навязчивость, у кого-то шизофрения, и пошло-поехало. И вот, приняв алкоголь, заметил, у меня становится лучше. И человек начинает злоупотреблять, он начинает употреблять алкоголь как медикамент. Ну и в конечном итоге что делает? Становится алкоголиком. То есть он к одной душевной болезни присоединяется вторая душевная болезнь. Вот так я могу вам объяснить. Но те, которые, скажем так, изредка выпивают, они выпивают, конечно, чтобы снять напряжение. Потому что жизнь-то напряженная, жизнь тяжелая и работа, понимаете, во-первых, рутинная, во-вторых, скажем так, напряженное, там тяжело. Вот я знаю, в Германии сложно работать, сложно. Поэтому человек должен и расслабиться. Вот он и расслабляется. Значит, по сути дела, он мало чем отличается от душевно больного, который лечит свое душевное расстройство, скажем так, алкоголем. Но здесь контролируется, здесь не так выражено, тут нет депрессии, тут нет апатии, тут нет страхов, тут нет навязчивости, тут нет бреда. А тут есть просто, вот просто усталость вот за неделю. Человек в напряжении расслабится. А у больного человека он снимает симптоматику. Вот разница. То есть разница в
в, скажем так, выраженности, в интенсивности. Понимаете, выраженности. А здоровый человек просто, у него тоже напряжение, усталость. Поэтому, ну, ему хватит один раз в неделю. Он контролирует, понимает, что в течение рабочей недели он не должен пить. Вот. И не хочет пить. Почему? Потому что он устает на работе, а уже через недельку, в субботу, он позволяет себе немножко расслабиться, сбросить все это напряжение недельное, и все. Вот в чем отличие. Так, Полина Фенг, Джордж, давно хотела сказать, но стесняла. Очень хочу приехать к вам в гости. Мечтаю научиться у вас вести психические вскрытия. Но хочу изучить ваши записи, которые ведете. Ну так вы изучаете. Зачем ехать ко мне? Зачем? К старому. А? Супруга старая, я старый. Мы старики. Мы как Байден уже, понимаете? Только мы справляемся, почему? Мы же не президенты Америки, да, там ответственность же за всю страну, а кроме того еще и, скажем так, оппоненты, конкуренты тебя стараются прокритиковать. Кстати, вы знаете, вчера какая-то дама написала, что я маразматик, и вообще, понимаете, я взял, конечно, заблокировал. Думаю, что если я маразматик, какого хрена ты ходишь и смотришь маразматик? Ну, иди ходите на другом. Даже и тут. Вот маразматик, он в маразме, вообще какой он психиатр. Он изъясняется не как психиатр. Вот так вот. Ну, я заблокировал и все. То есть тут вопрос принципиальный. Если ты считаешь, что я психбольной там, или дементный, маразматик, так что ты ходишь? Зачем ходить к маразматику, слушать маразматик? Маразматикам нечего и дел иметь. Вот и все. Так, ладно. Да поэтому, Полина Фенг, зачем? Изучайте. Но вы понимаете, я вам вот что хочу сказать. Вообще учиться у кого-то это не делать. Вы сами должны себя найти. Вот сами. Понимаете? Вот я могу вам сказать, что с одной стороны, конечно, у меня нет учителей, у меня нет школы, я не принадлежу никакой школе. Это с одной стороны. А с другой стороны, не принадлежа никакой школе, я не нахожусь под влиянием этой школы. Понимаете? Вот. Под навязыванием этой школы. Поэтому, собственно говоря, всегда человек должен сам быть. Сам к себе. И другое дело, что ему могут импонировать та или иная школа. Она может совпадать с твоим личным направлением, своим личным пониманием, понимаешь, это другое дело. Вот. То есть, но ты не принадлежишь школе, у тебя своя школа, а вот у рядом там профессор Иванов или профессор Петров, вот у профессора Петрова взгляды похожие на твои. Конечно, ты и симпатизируешь, но ты не принадлежишь ему, ты сам по себе. Просто твои взгляды совпадают во многом. Или не во многом, или частично, или в основном, вот, или в кардинальном, вот со взглядами, естественно, ты уже испытываешь и симпатию к этой школе. Но это твоя школа. Поэтому, понимаете, вы сами должны учиться этому. Так, Галин Марат, Полина, Фанк, да вроде все видим, нет. Так. Лана, где-то я у вас услышала, что мотоциклисты, это особенность. Мотоциклисты? Ну, мотоциклисты, конечно. Мотоциклисты – это люди, это импульсивные люди. Понимаете? Там определенный тип. Это, во-первых, бесстрашные, это люди без... со сниженным инстинктом самосохранения. Несомненно. Потому что человек с выраженным, он никогда не сядет на мотоцикл. Я вам скажу,
Любой мотоциклист, как и любой велосипедист, даже сам его, я помню, у меня был больной один, он где-то 30 лет на велосипеде, то есть он был ас. А однажды этот ас все-таки так попал в аварию, вы понимаете? Два колеса, это всегда, всегда существует риск рано или поздно упасть. Одно дело с велосипеда тоже получают тяжелый, а с мотоцикла там тяжелейший. Во-первых, мотоцикл тяжелый. Вот я, кстати, упал с велосипеда, сломал ногу. Ну, сломал, скорее всего, потому что я вегана был, да, и не употреблял кальция, не замещал. И поэтому там вдребезги такой много оскольчатый перелом был, страшный. Страшно. Ну, и так далее. Так вот, а если с мотоцикла, еще и мотоцикл на тебя упадет, свалится. Понимаете, там обязательно минимум перелом, максимум это смерть. В общем дело, это люди, любящие скорость, это люди, любящие риск. Понимаете? В общем дело, кик. Вот в этом отличие мотоциклиста. Не знаю, у меня статистики нет, но я предполагаю, что любой мотоциклист самый осторожный, даже самый осторожный. Рано или поздно, хотя бы один раз в жизни имел аварию. Имел аварию. Причем, что интересно, что очень, ведь по сути дела, мотоциклистами становится определенный тип людей. Поверьте мне. Вот я вам приблизительно, я же не занимался этим вопросом специально. Но поверьте мне, вот так же, как альпинистам. Альпинисты – это своеобразные люди. Оперативник, вот оперативник полицейский, оперативник. Это это не следователь. Следователь и оперативник – это два типа психологически. Совершенно следователь – это аналитик, вот он сидит, понимаете, все. А как оперативник он не… А оперативник – это совершенно другой человек. Это вот импульсивный человек, бесстрашный. Синдром, скажем, снижения этого инстинкта самосохранения. Это два абсолютно разных типа людей. Вот такой же, как приблизительно и мотоциклист. Автомобилист и мотоциклист – это два разных типа. Все-таки автомобиль на четырех колесах. Мотоциклист на два, на двух колесах. Вот в чем дело. Ладно. Дмитрий Иванов, по поводу СИОС, индуцированной апатии, когда их не принимают тревога, принимаю апатия. Понимаете, я опять вам повторяю, вот, Дмитрий Иванов, вам надо попробовать СИОЗЕН. Почему? Потому что у вас не только не хватает, у вас, наверное, таки нехватка серотонина, но не только одного серотонина. И поэтому вы... Значит, вначале доминирует тревога из-за нехватки, а из-за этой тревоги как бы маскируется апатия, которая вызывается нехваткой, скажем так, скажем, этого вот дофамина, там, норадреналина, адреналина. Как только вы убираете тревогу, как начинает высвобождаться и доминировать апатия. Вот в чем дело. Поэтому вот то, что я вам, я не знаю, вам или кому другому сказал, вам надо как минимум СИОЗ-Н. Особенно вам, если у вас и тревога, это СИОЗ-Н, не СИОЗ. Чистый СИОЗ не пойдет вам, всегда будет апатия. А вам надо, чтобы и серотонин немножко поднять, чтобы убрать тревогу и одновременно скомпенсировать
скомпенсировать и уравновесить путем повышения, скажем так, норадреналина и дофамина, скажем так, вот эту апатию, тогда будет нормально. То есть СИОЗ, вам СИОЗ не подходит, как минимум СИОЗ-Н, а возможно даже бупропион с СИОЗом. Если есть бупропион, это с одной стороны комбинация, это мощный дофаминергический препарат, там и на нор, значит, адрен эргический, и комбинировать, если вот такие смешанные случаи. Понимаете? У вас смешанный случай. У вас смешанный случай. У вас и нехватка, скажем, серотонина, и нехватка катехоламинов. Но когда тревога, она все маскирует, она все покрывает, она доминирует. Как только с помощью эсцитилопрама или СИОЗ вы убираете тревогу, моментально начинает доминировать вторая часть. Это апатия, это сонливость, это, скажем так, ничего не хочу, ничего не радует и так далее. Так. Ну, этого я не знаю, как будто мания. Очень поднимается активность и настроение. Не, может быть, у вас вообще бар? Может быть. Вот в чем вся проблема. Ладно, алкоголики с биполярной подравнивают себе интуитивно. Так все интуитивно. Это даже не интуитивно. Любой душевный больной случайно обнаруживает. Вы ж смотрите. Вот я, консультируя пациентов, вот, иногда сталкиваюсь с людьми, которые применяют вот эти наркотические препараты, легальные. И вот, вы знаете, кто-то говорит, вот мне не идет каннабис, плохо от него, мне не идут опиаты, плохо. А кто-то говорит, а вот мне хорошо помогают эти, скажем так, амфетамины. А мне помогает опиат, а мне помогает каннабис, а, скажем, амфетамины нет. Вот в чем дело. И вот человек, значит, пробует и останавливается на той субстанции, которая помогает ему лично. Понимаете? Если он вялый, апатичный, значит, ему поможет амфетаминово. Значит, вот эта группа амфетамина. Вот. Я даже не знаю, кому поможет группа каннабиса, каннабиноидов. Не знаю, кому опиоиды помогут, понимаете? Но каждый человек чувствует, что вот эта субстанция мне не подходит. Либо она мне хуже делает, либо она абсолютно нейтральна. А вот это как раз как ключ к собственному замок входит. Легко, спокойно открывает его и закрывает. Вот так вот. Ну, я вам скажу по поводу Гордона. Гордон хоть хорошо говорит. Понимаете? Там просто интересно. Но в целом вы правы, в целом вы правы. Но дело же не в этом, понимаете? У каждого свои интересы. У каждого свои интересы. Вот в чем вся проблема. У каждого свои интересы. Коней, а я вам скажу вот что. Вот на этом канале, да, вот там, где я ведущий. Понимаете, это специфический канал. Но здоровый человек сюда не пойдет. Нахрена ему идти сюда? Понимаете, это нормальное явление. Нормально. Количество больных не так уж и много по сравнению с другой массой. Вот. Молодежь тоже идет в определенные каналы, к определенным этим инфлюенсам. К определенным. Я не знаю вообще, что молодежь интересует. Естественно, молодежь всякая ерунда интересует. Женщин, молодых девушек, еще большая ерунда, мальчиков, какая-то другая ерунда. Вот в чем дело. То есть каждый ищет по своим интересам. Но здоровый человек,
скажем так, какая-то возрастная группа, естественно, его интересует одно. Другую возрастную группу интересует другое. А здесь тоже специфика. Есть специфика. Я вам скажу больше. Естественно, подавляющее большинство родственников больных или сами больные, их интересует, естественно, терапия. Их не интересует философия, их не интересует психология, их не интересуют вот такие вещи, которые могут быть заинтересовать здорового человека. Психология толпы, ну нахрена ему надо? Или психические эпидемии, ну нахрена ему надо? У него депрессия. Вот его что, вот как лечить депрессию, вот как убрать тревогу? Или у него бар? Как убрать у меня эти раптусы? Как восстановить мне чувствительность эмоциональную? Понимаете, вот в чем вся проблема. Вот в чем вся проблема. Что у каждого свои, но все-таки на психиатрические каналы заходят люди, которые все-таки утилитарные цели преследуют. Какие? Вот может быть этот тип, этот ведущий, этот врач-псих, вот он поможет мне. Вот он мне что-то подскажет. Вот. Но я обычно предупреждаю, значит, помочь, предположим, я, вот мой конек, это поставить диагноз. А в терапии ничего нового я вам предложить не могу, что ваш врач предложит вам. Вот и все. Вот в чем вся проблема. А вот в диагностике это имеет значение, кто правильно диагностирует, правильно лечит. Вот в чем дело. А в плане медикаментозом у всех одинаковые, абсолютно у всех одинаковые условия и возможности. Вот то, что есть, то и есть. А вот в плане диагностики, тут, конечно, отличия есть. Ладно. Да, доктор, ну, учитесь, Ольга Уткина, учитесь. Но все-таки будьте сама собой. Наталья Криулина, здравствуйте, доктор. БАР-2, назначили седолит. Квитиапин, фенлепсин, долоксимин. О, Боже, а что так много? А что так много? Фенлепсин, долоксимин. А что такое медилекс вообще, я не знаю даже. Я думаю, что вам достаточно, конечно, не фенлепсин. Фенлепсин – это карбамазепин. Вот. Если у вас бар, вам лучше ламотрижин все ж таки. Это первое. Более современные такие мягкие препараты. Дальше. Квинтиапин можно оставить. Седолит. Седолит, там проблема вот в чем. Что там нужна доза, которая вызывает концентрацию этого лития в крови. Значит, как минимум 0,6 микромоль литра. То есть там надо определять концентрацию лития. Понимаете? Там на, скажем, по чутью ты не поймешь. И если там ты будешь принимать там 600 миллиграмм, а тебя никто не проверяет концентрация лития в крови, она должна быть минимум 0,6 микромоль литра. Это минимальная лечебная концентрация. А если она 0,5-0,3, то вы его и не почувствуете. Это первое. Второе. Литий – это металл. И там очень часто отравление литием, понимаете, вот неприятное. Поэтому я бы литий бы, скажем так, вам бы все-таки, я его редко, почти что в свое время назначал, сейчас я разочаровался в нем. Старый препарат, когда-то это был единственный нормотимик. Сейчас, слава богу, мы имеем довольно много нормотимиков. Ну вот, достаточно, поэтому лучше все-таки использовать современный, ныне карбамазепин. Во-первых, карбамазепин не сочетается с долоксетином,
Иногда, может быть, он даже и не сочетается и с антипсихотиками. Старый такой, не очень мягкий, не очень такой благоприятный. Вот. Все-таки есть более современный. Есть уже лучше трилептал, окскарбазепин, улучшенная, мягкая форма. Она лучше комбинируется и сочетается с другими препаратами. Вот. Ну вот а там, значит, комбинация, возможно, два нормотимика, возможно, дозы у вас недостаточны, возможно, что и концентрации в крови, в сыворотке крови так у вас не лечебные, понимаете? Это должен доктор разбираться. Лечение в целом правильное, может быть, за исключением дулоксетина, потому что прибар... Вот антидепрессанты не действуют, понимаете, мы их не назначаем. А так в целом-то нормально. Антипсихотик есть, ну, скажем так, нормотимик есть, два даже, седалит, фенлепсин. Вот. Я не знаю, что такое меделек, что это такое, какая действующая субстанция. Вот. Дулоксетин не надо, значит, надо поменять. Вот, менять, раз не помогает. А, подождите, принимала год, улучшений не было. Врач поменяла депокин, вальпрат. Кстати, если вы детородного возраста, вальпрат я вам не советую, латуда. Опять антидепрессант. Ну, скажем так, латуда правильно, амитриптилин неправильно, абсолютно. Депокин неправильно почему? Потому что, понимаете, депокин, если вы собираетесь рожать, беременеть, то у вас большой риск. Даже если вы принимали вальпраты, значит, до беременности, значит, получить ребенка с каким-то врожденным уродством. Поэтому вальпрат для дам исключается, детородного. Конечно, если вы не собираетесь 100%, пожалуйста, тогда правильно. Тогда правильно. Вот. А кроме того, надо всегда смотреть, что преобладает. Если у вас преобладает депрессия, то лучше использовать левотироцетам или ламотриджин. Вот. Все-таки вальпрат и окскарбазепин, он больше, эти два нормотимика больше используются при маниакальных состояниях. Вот. Ну, а латуда, пожалуйста, латуда нормально. А вот антидепрессанты не нужны. Вот так я могу прокомментировать. Доктор, только увидала, что вы в эфире. Очень плохой, вы поправьте микрофон. Так у меня два микрофона, что мне право? Это вот, вон, два уже. Все, это у вас что-то там не то. Понимаете? Я уже два купил микрофона, чтобы было в наушниках стерео. Что я буду править? Все, все нормально, я вас зачитываю, великолепно там звучит так и так далее. Что-то у вас проблемы, Даша Биль. Так. Звук нормальный, ищите проблемы на вашей стороне. Ну вот, видите, человек и ответил. Столько комментариев. А зачем лайки? А мне лайки не нужны. А мне лайки не нужны. Я же не коммерческая, это вот. Мне монетизация не надо. Я же не прошу, вы обратили внимание, ой, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки. Люди не стесняются. Ставьте лайки. А мне лайки не нужны. Мне важно, чтобы человек пришел, заинтересовался, чтобы он получил удовольствие и чтобы он получил пользу. Вот что меня интересует. Вот это меня будет радовать. А внешняя сторона абсолютно. Так. Ладно, звук отличный. Да, спасибо. Так, доктор... А вы не знаете вашего земляка, киевлянина, врача-пси, который живет так же, как и вы, Александр Сосна? Нет, не слышал. Не слышал. Не слышал.
Ну, Сосновский тоже еврей. Так, подождите, куда она опять? Там столько еще заскочило. Сейчас. Так. Так, не знаю я Александра Сосновского. Дмитрий Иванов, спасибо за ответ, но исходя из теории разгонять на адреналин при тревоге... Так не... Вы же будете компенсировать... Всего ЗН, это и действует на серотонин. Видите, вы не понимаете, надо понимать, понимаете? И больному надо понимать. Он не должен слепо. Потому что если больной сам не понимает, он неправильно делает. Вы принимаете СИОЗ. Я вам говорю, что с моей точки зрения, согласно того, что у вас на СИОЗ возникает, значит, этот СИОЗ, индуцированная апатия, говорит о том, что у вас не только недостаток, скажем так, этого серотонина, но у вас имеется и недостаток и катехоламинов. Но поскольку... Тревога, она более заметна. Вот. Поэтому, естественно, вам кажется тревога, и вы врачу говорите, он вам назначает СИОЗ. СИОЗ тревогу снимает, и вот в этот момент, когда тревога уходит, начинает доминировать уже апатия. Апатия, вызванная нехваткой дофамина и норадреналина. Поэтому вам надо использовать не СИОЗ, а СИОЗ и Н. Я уже говорил, либо бупропион в комбинации с СИОЗ. Бупропион – это мощный дофаминергик и норадреналинергик. А СИОЗ – вот тогда будет баланс. Тогда будет и повышен, и, скажем так, серотонин, тревога уберет, но одновременно в результате того, что повысится и содержание и норадреналина, и допамина, не будет апатии. Вот же в чем смысл, вот в чем фишка. Надо же понимать. Так. Как уйти от человека, с которым нет будущего, но его любит? Не знаю. Не знаю. Но вы же любите. Так а за чего, зачем уходить? А будущего нет. Не знаю, вот честно говорю, это к психологам. Они вам помогут. Я же психолог, говорит, я за один день решу все проблемы. А я не знаю. Ну вот как? У меня не было такого, понимаете? Я не могу это представить. Нет перспектив. А что такое перспектива? Но его любят. Какие перспективы? Надо выбрать, что для вас важнее. Любовь, но к бесперспективному, да, человеку. Или, например, перспективный человек, но который отвратен, противен. Вот вы и выбираете. Доктор, почему на Западе, особенно в США, не очень знают русских физиологов? А почему? Национализм. Национализм. Преклонение перед Западом. Вы помните, Остап Бендер что говорил? Запад нам поможет. Это испокон веков в России. Куда Петр Первый ездил? В Голландию. Понимаете, это все идет. Идет. То французский язык во времена... Где-то, скажем, во времена Екатерины и после Екатерины, Павел, Александр, да, французский, потом немецкий. А во время войны, значит, перешли с немецкого на французский. Даже Петербург переименовали в Петроград, понимаете? Ну, вот это, понимаете, преклонение перед Западом, не знаю, я не могу, это у философов надо спросить. Это, видимо, какое-то все-таки чувство
И чувство превосходства Запада. Это чувство, что ты, вот ты, мы русские, вот мы не такие. Вот, кстати, я зачитывал Токарского. Вот Токарский, вот там маленькое такое вот, значит, сообщение о его характере. Что он не разместил ни одной статьи в иностранном журнале. Он считал, что все русские работы должны размещаться на русском языке в русских изданиях. И что русские психиатры не должны заботиться о том, чтобы иностранцы получали, скажем так, информацию на их языке. Пусть выписывают русский журнал, переводят или учат русский. Вот это, кстати, одна из особенностей Ардальона Ардальоновича Токарского. Так. Почему многие говорят, что СИОС – это не антидепрессант? Мне вроде на амигдаль равно стало, но значит, не, ну, я не знаю, ну, вы видите, ну, кто это может сказать? Ну, вот кто это может сказать, что СИОС – это не антидепрессант? Ну, либо идиот, либо безграмотный, либо фейкач. Вот и все. Ну, это психотерапевт говорит, да вот это не антидепрессант. Ну, как это, когда это группа СИОС, антидепрессанты класса, кто это может сказать? Где вы это слышали? В социальных каких-то сетях? Так поменьше ходите. Там вы еще и не то услышите. Так, Артем Мухамеджанов. Джордж, здравствуйте. Из вашей практики, сколько процентов людей вы за сколько таких? Вы понимаете, у меня нет статистики. Человек исчезает. Особенно и в реальной практике исчезает, и когда он выздоравливает, и когда он не выздоравливает. По разным причинам. Понимаете? Поэтому нет статистики. И никакой врач вам не даст эту статистику. Потому что это надо наблюдать одного, значит, пациента, одного и того же на протяжении там десятков лет. И таких пациентов должно быть много. Тогда ты можешь сделать, вывести какую-то статистику. Какой процент выздоравливает, какой процент не выздоравливает. Но есть официальные такие данные, что 50% пациентов переносят, если говорить о депрессии, переносят однажды, один раз в жизни депрессивный, скажем так, эпизод. Один раз всего лишь. Вот такая, откуда эта статистика, я не знаю. Значит, тогда, исходя из этих данных, остальные 50% рецидивируют. Вот и все. Если 50% один раз в жизни переносят, то остальные 50% по логике, следуя логике, должны рецидивировать. Но я опять вам повторяю, нет статистики, поэтому на ваш вопрос ответить не могу. Здравствуйте, подскажите, испытываю внутренний мандраж, как будто трясет внутри. Страха, паники нет, только телесные проявления. Таблетка гидазепама снимает, потом повторяет. Ну, это все-таки, полно вот этих катехоламинов, понимаете? Ведь что такое настоящий мандраж? Это когда человек мерзнет. Сосуды сужаются для того, чтобы, скажем так, чтобы не прекратилась потеря тепла. А сужаются почему? Потому что начинает выделяться катехоламины. А при душевных расстройствах жарко, а у человека может быть внутренний мандраж. Потому что у него норадреналин, и адреналин, эти катехоламины, вырабатываются в результате нарушенного баланса, и все. Это патология, вам надо лечиться, только не гидазепамом. Потому что гидазепам, он просто расслабляет, он просто снимает и так далее. Надо понять причину, почему у вас этот мандраж внутренний.
Значит, несомненно, почему у вас не только внутренний мандраж, а уже я, если говорить научным языком, почему у вас такой избыток неадекватный, не в адекватных условиях, вы же не замерзли, вы же не в трусах на 10 градусах мороза на балконе стоите. Вот в чем дело. Почему у вас? Значит, депрессия, тревога, что у вас там? То есть вам нужна диагностика. Так, если не собираться с друзьями, да, Лана, пожалуйста, Лана, если не собираться с друзьями и близкими за рюмочкой, да под хорошую закуску. О, Артур, правильно. Значит, видите, значит, вот такая компания, говорить не о чем. Вот в чем вся проблема. Понимаете, когда есть о чем говорить, когда приятно, ну, скажем, когда с девушкой встречались, что вы хотели выпить с ней, а? Вам приятно было с ней, значит, такая компания, скучная компания. Скучная. Не о чем говорить. Или все переговорено. Ладно. Спасибо, доктор, за звёздный ответ про дисциплину борделя. Обязательно посмотрю. Ну, вот там у Токарского, вот там вот кто-то пишет, я не помню, или Бернштейн, или Лопатин. Там четыре этих вот, четыре человека, сотрудники, коллеги, товарищи, друзья. Вот, кто-то пишет, что вот он такой был. В одной из четырех, я уже не помню. Так, Артём Мухаммеджан, это правда. Чтобы свое состояние поправить, хочется просто выйти. Правильно, правильно, правильно. Конечно, это так оно и есть. А как вы считаете, там в хорошем состоянии психики? Ну, вы знаете, давайте не будем там Трампа. Да. Понимаете, старый, конечно, конечно. Видите, вы читаете, как его характеризуют. Конечно, необычный человек, конечно, фейк использует, конечно, самолюбивый человек, конечно, воображение, все идиоты. Вот и подумайте, куда можно. Все идиоты. Самое главное я, вот я и все, а на всех остальных, вот так, на всех остальных, вот и все, и посмотрите, куда можно всунуть. Так. Здравствуйте, доктор. Есть ли внешние триггеры, инверсии, фаз прибар? Нет. Нет, это внутренние эндогенные причины. Вы говорили про мотоциклы, а есть еще моноколеса, а скорость там есть и 50. Ну, значит, то же самое. Я даже не знаю, что это такое за моноколеса. Ну, мотоцикл самый распространенный. Война тоже принимает люди свои бренды. Конечно, конечно, конечно. Так вообще психотипов миллион. Ну, я преувеличиваю. Говорят, психология и психиатрия, люди, у которых есть данные проблемы, они хотят себе помочь. Ну, вот, скажем, Токарский, вот опять. Мама болела, и он, будучи ребенком, значит, пытался, как ей помочь. Вот это послужило выбором, понимаете, вот толчком, что он выбрал, стал психиатром. Но это не всегда так. А я не знаю, но вот нравилось и все. Ну, нравилось. Не знаю. Не думал.
Но не потому, чтобы себе помочь. Это 100%. Или еще кому-то из родных и близких. Совсем не это. Доктор, назначен амитриптилин для лечения полинепсии. Ну, не знаю, нейропатия. Нейропатия лечится. Скажем, дулокситин, да. Вот, скажем так, невралгии тройничного нерва лечили, добавляли к лечению амитриптилин в свое время. Сейчас дулокситин. Не знаю. Не знаю. Не знаю, понимаете, стоит ли лечить нейропатию. Потом нейропатии разные. Есть алкогольная, есть диабетическая, есть другие. Свинцовая, например, нейропатия и так далее, и так далее. Я не знаю. Я знаю, что все-таки это витамины группы В, В12, В1. Ну вот, в основном идут. И так далее. Не знаю, там липоевая кислота якобы. Но используют. Но это не основной препарат должен был при лечении нейропатии. Потому что нейропатии разные бывают. Нейропатия – это такое, понимаете, диффузное название. Нейропатия. Это так, не конкретно. Так как психотерапия, это не конкретно. Психотерапия – это лечение душевное, а психотерапия разделяется же на разные. И гипнотерапия, рациональная, когнитивная, когнитивно-поведенческая. Сейчас выдумали и диалектически-поведенческая. Вот. Эриксоновский гип, пошло-поехало, там миллион. Телесно-ориентированная, там запутаешься. Влияете на мы? Конечно. Конечно, нормотимики стабилизируют вот это, скажем так, шатание в настроении вверх-вниз или вправо-влево. Люди, применяющие алкоголь, марихуану и различные наркотические вещества для снижения тревог, могут применять микродозинг психотропных препаратов для отказа от... Вы знаете, они должны лечиться. Во-первых, они должны обратиться к врачу, если это так, как вы говорите. Если это, понимаете, потому что лечение, естественно, наркотическими веществами, это не лечение. Потому что эти препараты сами вызывают. Но, скажем так, вот СДВГ. СДВГ лечится амфетаминами. Понимаете? Вот в 19 веке, вот когда меланхолия или мания, применяли опиаты, применяли индийскую коноплю, это каннабис. Понимаете? То есть вот эти психотропные вещества, вот, все психотропные, то есть иллегальные, да, нелегальные субстанции, они, конечно, обладают психотропным эффектом. Но вы же видите, за них наказывают, это первое. Второе, они сами способны вызвать душевное расстройство. Алкоголь вызывает и психозы, и делириум тременс, и все что угодно. То же самое и опиаты, то же самое и каннабис, то же самое и амфетамины и так далее, и так далее. Поэтому я, как можно использовать больным человеком, скажем так, препарат или субстанцию, которая сама может вызвать душевное расстройство. Поэтому, естественно, когда народ это использует, это одно. Народ же не врач,
Наврал же не понимает, он же не летает там в этих больших материях высоких. Он заметил, что алкоголь ему помогло, а мне помогло этот амфетамин, а мне помог опиат, а мне помог каннабис. Вот они и применяют его. Но это же неправильно, надо лечить все-таки. Мы все-таки живем в цивилизованном обществе. Все-таки имеются какие-то медицинские, врачебные препараты. Тем более, я опять повторяю, меня удивляет, что, значит, последнее время вот психиатрия официальная проявляет, но я думаю, это кратковременно. Это кратковременно. Это не задержится надолго. Удивительно. Вот удивительно это, понимаете? Вот и все. Так. Доктор, подскажите, а вот когда резко, как удар током, и все равно такая реакция. Что, любовь? Когда резко? А я не знаю, такое бывает. Возбуждение сексуальное, да, резко, сексуальное. И то у молодых, у мальчиков, подростков. Ты в 50 лет уже не будет сердце стучать. А от любви не знаю. Не испытывал такого. Все как-то плавно шло. Кто и зачем продвигает тему мухоморов? Ну, тему мухоморов не знаю, кто продвигает. Это, скажем так, психоделиков врачи продвигают. Психиатрия экспериментальная. Широко еще не использует, в эксперименте. Меня тоже трясет иногда, никак не мог понять, а что это? Потом понял, что это что-то вроде... Нет, причем здесь серотонин? Всегда начинается по приему сего с препарата. А, у вас через... После, это другое, это может быть, но это надо разбираться. Все-таки там, значит, они вам не подходят. Так, Артур, как врач понимает, нужно пациенту анестезиоз для снижения здоровья, или это его природная экзальная физика? Да нет, ну что значит природная? Природная, от природы человек должен быть здоровый. А вот как врач понимает, чего мало, это по клиническим проявлениям. Если тревога, высокое давление, сердцебиение, бессонница, там скорее избыток катехоламинов, нехваток серотонина. Если же наоборот апатия, вялость, слабость, сонливость, вот, отсутствие, значит, такой мыслительной активности, двигательной, то это, конечно, нехватка катехоламина. Вот так вот, по клинической симптоматике. Если и то, вот, значит, смешано, и того нет мало, и этого мало, поэтому надо соответствующим образом, надо при СИОС, например, то есть при тревоге, конечно, СИОС. При апатии, конечно, этот вот вилбутрин, бупропион. При смешанных состояниях, когда имеется и снижение, и серотонина, и катехоламинов, эти вот СИОС и Н, вот так вот. Это клинически. Ну, или можно, конечно, и проверить лабораторно, но это денег стоит, и не всякая лаборатория это делает. Ну что, все, вопросов больше нет. Ну что, будем завершать? Нету больше. Да, уже 22 часа у нас. Киевская, московская, 23 без 5 минут. Уже, конечно, поздно. Уже поздно. Ну что, будем завершать. Спасибо. Спасибо всем участникам стрима. Спасибо за доверие, за интерес. До следующих встреч. До свидания.